Богдан, ну почему мама вечно, когда она задерживается на работе, ей надо оставить тебя, когда я не могу с тобой посидеть, а? Вот куда мне тебя деть? Не знаю. О, придумала! Коля, привет. Привет. Коля, а ты можешь меня выручить? Ну, пожалуйста, один разочек. Да без проблем. А что надо сделать? Да ничего особенного. Просто посиди, пожалуйста, с Богдашей. Мне этот вечер очень нужен. Очень-очень. А что я с ним буду делать? Да с ним вообще ничего не нужно делать. Он очень спокойный. Включишь ему мультики, посадишь у телевизора. И весь вечер он просто сидит у экрана. Окей, приводи. Ура! Спасибо тебе большое! Все, мы уже бежим! Побежали! Куда мы бежим? Потом узнаешь! Сейчас я тебя Коле отведу, ты с ним немножечко поиграешь, а вечерком я тебя заберу, хорошо? Ура! Коля со мной поиграет! А это вы? Привет! Ну, заходите! Ну, заходите, проходите! Коль, привет! Свет, а куда он делся? Ну, он, наверное, в коридор или наверх побежал. О, точно, он побежал наверх смотреть мультики. А он точно спокойный? Да он точно, точно спокойный. Ты ему, главное, мультики включи, он весь день их будет смотреть. Ладно, все, давай, пока. Вечером его заберу. Пока. Свет, не задерживайся. Возвращайся скорей. Богдан, Богдан, где ты? Я тут, ищи меня. Нет, Богдан, мы так с тобой не договаривались. Спускайся. Богдан, иди сюда! Чего? А где твоя собачка? А где она? Ее утащил дракон! А что делать? Надо выручать собачку. А как? А вот видишь эти стрелки? Иди, иди по ним, и они тебя приведут прямо к дракону. Он же меня съест! Нет, нет, не съест. Его сейчас дома нету. А где он? Он на охоту полетел. А вдруг он вернется? Да не вернется он, не вернется. Иди давай. Ты вообще хочешь быть героем или нет?
Иди, иди. Ладно. Фух. Ничего себе спокойный ребенок. А что с ним бывает, когда он буйный? Я не хочу настоящим героем уже. Как это не хочешь? Ты бросаешь друга в беде? Ты мужчина или нет? Не знаю, что-то страшно. Нет, Богдан, я в тебя верю. Ты не бросишь друга в беде. Ведь ты мужчина, как твой папа. Иди, иди. Да, я как папа. Я не боюсь, я как папа. Ой, дверь! Ну я как папа! Собачка, собачка, ты где? Гибенс. Собачка, это не моя собачка. Двери. А, собачка! Я не боюсь, я как мужчина. Я тебя спасу, собачка, а только дракон прилетит. Алло, Света, да-да, уже бегу открывать. Подожди, Кор! Привет, Коль. Сестренка! Ура, Свет, я настоящий мужчина, я ступень мужчина, я как папа. Это кто тебе сказал? Козюлька ты маленькая. Я не козюлка, я смелый и сильный. Света, солнышко, прошу тебя, забирай его, дома разберетесь. Да заберу я его, заберу. А правда же Богдашка такой спокойный, такой тихий? Да-да, очень спокойный. Идите, Светочка, идите. Да, Коль, спасибо тебе большое, что посидел. А если мне понадобится еще раз отойти на вечерочек, посидишь с ним разочек? Да! Поиграю, побегаю. Пока-пока. Пока, Коль. Коля, привет. Привет, Женёк. Давай мяч покидаем. Слушай, нет, я к тебе по делу. Какой ты деловой. А что за проблема? Да понимаешь, такое дело. Да говори уже, не ломайся. В общем, мне одна девчонка понравилась. Ну и чё? У тебя же их целая куча. Да не совсем так.
Ты же мне сам рассказывал, что у тебя каждый раз новое. Вообще-то, это неправда. Как? А зачем врал? Да, в общем, хотел показать, какой я крутой. А теперь что? Нужна твоя помощь. Моя? Кажется, я по-настоящему влюбился. Ну, а я при чем? Я влюбился в Свету. Опаньки, вот это номер. Я хочу покорить ее сердце. Замутить, что ли? Не говори так, у меня все серьезно. О, а от меня что нужно? Во-первых, познаком. Это без проблем. И потом, понимаешь, я с девчонками не очень-то общался. Не знаю, что сделать, чтобы ей понравиться. Ладно, пацан, не дрейф, научу. Точно? А ты умеешь? Да что тут уметь? Завтра я ее приглашу в гости. Когда она зайдет, ты сразу поцелуй ей ручку. О, они от этого тают. А как целуют руку? Представь, что я Света. Целуй. Чего ржешь? Не хочешь тренироваться? Делай все сам. Хочу. Только ты на Свету совсем не похож. Только мне этого не хватало. Целуй. Так? Сойдет. Потом скажи, что она хорошо выглядит. И цветы надо подарить. Думаешь, надо? Безотказно работает. Окей. Притащу цветы. Знаешь, все не предусмотришь. Давай запишем самые нужные фразы, и ты их будешь потом вставлять в разговор. Классная идея. Пойдем запишем. Да. Ну, классная идея, да? Очень. Так. Тише. Какая у тебя красивая фигура. Так. А можно сказать, что какие у тебя большие и красивые глаза? Ну да. И нос. Ну да. Так, что же они еще любят? А, точно. Скажи, что ты любишь фильмы про любовь, романы, там, бальные танцы, фигурное катание, ну еще всякое такое. Ты что, серьезно или прикалываешься? Конечно, серьезно. Они все от этого тащатся. Ну ладно. Слушай, давай ты завтра придешь пораньше, что ли, на ходу придумал. Ладно, пошли. Пойдем. О, здорово, Женек. Здорово, Колька. Это что такое? Ты зачем цветок искусственный притащил? На вечную память. Ты с ума сошел? Такие цветы только мертвым дарят. Да? Да я как лучше хотел. О, Света пришла. Пошли прощай. Привет! Света, познакомься, это Женя. Привет, Женя. Коля, хорошо выглядит. Пошлите, чайки, пошлите. Какие у тебя большие красивые глаза и нос. Мальчики, с вами все нормально? Да, да, да! Вы садитесь, а я сейчас чай принесу. У тебя красивая фигура. Правда? Мощная, мускулистая. И голова тоже мощная. Как? Света, ты его не слушай! Он это, кофе выпил, и оно так на него подействовало. Чё ты лепишь? Сам говорил, фигуру надо похвалить. Да Света же не парень, какая накачанная. Скажи, что она красивая, изящная. Коля говорит, что ты изящная. Коля, правда ты так думаешь? Да-да, и Женя так думает. Правда, Женя? Чё отвечать? Скажи да. Да. Сейчас чай принесу.
Я люблю бальные танцы, любовные романы и фигурное катание. И мексиканские сериалы. Вот это да. А я люблю боевики, хоккей, паркур. Что? Что ты сказала? И футбол. Вот это да! Да! Класс! Слушай, сегодня вышел новый боевик. Пойдем в кино. Но ты же любишь про любовь. Забудь! Пошли в кино. Потом можем покататься на роликах или пойти в бассейн. Женек, а ты вроде бы классный парень. Света, да ты даже не представляешь, какой женёк у вас припарит! Пойдёмте в кино! Скорее, пойдёмте! Как ненормальная. Да потому что я... Ой, я такое видела! Привидение, что ли? Хуже. Ой, мне страшно. Привет, сосед! Привет, сосед! Ой-ой-ой, привет, сосед! Васька, что с тобой? Мне кажется, что она с каким-то соседом здоровается. Нет, к нам домой пробрался. Привет, сосед! Привет, сосед! Я его знаю! Это же очень опасный тип из компьютерной игры! Никиса, а при чем здесь мы? Не знаю. Да потому что этот привет, сосед, у нас дома! Василиса, я ничего не понимаю. Объясни по-человечески. Я сейчас смотрела на ютубе луномосиков. И вдруг я вижу... что луномосики пробрались к нам домой. А дома у нас привет, сосед. Не может быть. А вот, пожалуйста, посмотрите. Видите, луномосики бегают по нашему дому и спасаются от привет соседа. И что потом, думаете, он вас не найдет? Но тут только луномосики и нет никакого привет соседа. А это кто? Видите? Он ищет луномосиков. И все это происходит в нашем доме. Кажется, Васька права. И если это так, то мы в большой опасности. Ребята, обязательно посмотрите этот ролик и напишите нам, правда, что луномосики искали привет соседа в нашем доме? Да, ребята, посмотрите и подпишитесь на наш канал. Зачем подписываться на наш канал? Ну как это? Зачем? Если правда, что привет сосед поселился в нашем доме, то жить нам осталось совсем недолго. А значит, и подписываться на наш канал не нужно. Вдруг мы снимаем последний наш ролик. Ой-ой-ой-ой-ой. Значит, нашего канала больше не будет? Шанель, нас самих скоро не будет. Нет! Ребята, вы же верите, что мы сможем победить привет соседа? Кто верит, подписывайтесь на нас! А вот и привет сосед объявился. Кошки, а давайте просто убежим во двор и все. Шанель, убежим во двор и что? Жить мы где будем? Хорошенькое дело. Мы, значит, станем бездомными животными, а в нашем доме будет жить привет сосед? Нет, мы этого не допустим! Кажется, он идет сюда! Скорее! Разбегаемся и прячемся!
зачем только я под кровать залезла? Тут меня сосед найдет в первую очередь. Хоть бы привет, сосед, не догадался посмотреть под диван. Ой-ой-ой, а я вообще не успела спрятаться. Нужно бежать! Под диваном. Тоже ненадежное место. Никиса, бежим наверх. Васька, чего ждешь? Скорее заходи в комнату. Никиса, не могу, дверь закрыта. Тогда давай в этой комнате спрячемся. Эта дверь тоже закрыта. Бежим! И эта дверь закрыта! Смотри, а наш вход заткнут какой-то тряпкой. Это все сделал привет-сосед, чтобы мы не смогли от него спрятаться. А может быть, он не закрыл дверь в Колину комнату? Закрыто! Все закрыто! Куда это убежали Никиса и Василиса? Может быть, мне тоже перепрятаться? Точно! Нужно бежать! Ай! Опоздала! Мне конец! Поймал. Я побегу к ней! Ты что? Ты и так не поможешь, только сама попадешь в руки этого монстра. Никиса! Привет, сосед! Идет сюда! Скорее наверх! Привет, сосед! Меня здесь не нашел! А где же кошки? Кто-то мяукает. Это Марфа. Марфа! Я иду к тебе! Стой! Стой, негодная собака! А собака! Смотрите! Поймал тебя! Ой, ты что говоришь? Ой, пусти меня, собака такая! Ой, все, тебе конец! Васька, ты слышала? Привет, сосед поймал Шанельку! Конечно, слышала! Он сказал, что Шанельке конец! Никиса, будем надеяться на лучшее! Да откуда нам ждать это лучшее? Если привет, сосед, поднимется сюда, нам тоже наступит конец. Бежать больше некуда. Все, сидите здесь, негодные блохастые животные. Скоро я вас всех поймаю, и тогда пощады не ждите. Со всеми расправлюсь. Вася, а чем закончился ролик у ономосиков? Они победили привет соседа? Я
Я не успела досмотреть ролик до конца. Давай скорее посмотрим, и тогда мы узнаем, как победить этого монстра. Отличная мысль! Ой! Что ой? Мой телефон остался внизу. Зато мой телефон здесь. Отлично! Летиска! Света стреляет в привет соседа из бластера! Она его убила? Нет, он спрятался. Васька, вы на мостике просто испугали привет соседа, а сами убежали к себе домой. Ну да, они убежали, а сосед остался в нашем доме. И он не успокоится, пока нас всех не поймает и не уничтожит. Вася, а где твой бластер? Бластер тут не поможет. Я его убью при помощи магического шара. Супер, а где ты возьмешь шар? Вот он. Смотри! Никиса! Бежим вниз спасать маму и Шанельку! Бежим! Мама, Шанель! Вы свободны! Василиса, осторожно! Привет, сосед сзади! Попался! Стой! Тебе от нас